Сисон, что ты ищешь? Ничего. Тетушка Гу, вы не видели случайно стакан? Особенный стакан, ручной работы. С очертаниями ноты на кромке, а на нижнем основании написаны иероглифы. Не видела. Этот стакан, похоже, очень дорогой, из ограниченной коллекции. Да, он единственный такой в мире. Такой нельзя потерять. Не переживай, я тоже буду его искать, мы его найдем. Вещам свойственно теряться. Когда начинаешь искать, их очень сложно найти. А как только перестаешь, они тут же появляются. Подождите. Что? Тетушка Гу, а что это такое? Я купила семена пару дней назад. Не знаю, вдруг захотелось вырастить лук. Нет, я про горшок. Странный горшок, да? Выглядит таким уродливым. Тот, кто его делал, не шибко талантливый. Оставьте его здесь. Хочу посмотреть. На что тут смотреть? Ты же не ешь лук. Я не хочу смотреть на лук. Просто оставьте его здесь. Последний день. Когда взойдет солнце, мы распрощаемся и больше никогда не встретимся. Отлично. Я здесь. Ты что, не можешь сам дверь открыть? Тетушка Гу. Мы же с тобой уже не в первый раз встречаемся. Неправда. Тогда откуда ты знаешь, кто я? Сисон сказал мне. Сказал, что вы уходите домой в 6 вечера. А сейчас почти 11. Я хотела тебя поймать. Говори. Кто ты? Что ты здесь делаешь? Какие отношения у тебя с Сисоном? А Сисон не рассказал? Не нужно злиться. У нас с Сисоном обычные отношения. Ничего такого. Постой-ка. Объясни внятно, что это за обычные отношения. Он вам не рассказал? Все же я его девушка. Он должен был... Ты ведь сама называешь себя девушкой. Посмотри на себя. Тебе точно меньше 20. Молодая девушка должна уважать себя. Как ты можешь преследовать парня подобным образом? Ты жила с ним и в ус не дула.
Мы не жили вместе. Только... На самом деле, я дальняя родственница Сисона. Приехала сюда на каникулы. Моя тетя пригласила меня пожить в ее доме. Она сказала, что беспокоится о том, как Сисон спит. Какая еще тетя? Ну так мама Сисона. Мама Сисона умерла, когда ему было 5 лет. Мне все равно, кто ты такая и какие у тебя отношения с Сисоном. Я не позволю такой глупой и лживой девице попасть в этот дом снова. Собирай свои вещички и уходи. И больше не смей здесь появляться. Сисон, хорошо, что ты вернулся. Почему ты здесь? Поднимайся наверх и спать. Спать? О чем ты? Вы... Тетушка Гу. Она моя гостья. Я пригласил ее сюда. Чего стоишь? Поднимайся. Уже поздно. Если не хотите возвращаться домой, можете остаться. Сисон, что происходит? Ты можешь мне объяснить? Даже если начну объяснять, вы не поймете. Как же так? Ответь мне, кто она такая? Сисон, ты не знаешь ее имени? Как ты можешь быть таким спокойным? Ты привел сюда девчонку, и она будет здесь ночевать. И похоже, что вы так делаете уже давно, так? Сисон, у меня в голове не укладывается. Как такое могло случиться с тобой? Куда подевался твой здравый смысл? Ответь мне. Она моя девушка. Мы с ней встречаемся уже больше 2 недель. Отец знает об этом? Можешь позвонить и спросить. Пора спать. Спокойной ночи. Что читаешь? Личный секрет президента. Хочешь почитать? Тетушка Гу всегда была прямолинейна, особенно когда дело касается меня. Неудивительно, что она потеряла контроль, когда увидела тебя. Если тебя задели ее слова, просто забудь. Ты же не стал ругаться с ней из-за меня? Мы поругались. Почти. Лжец. Она осталась внизу. Сказала, что не уйдет, пока ты здесь. Почему ты ей ничего не объяснил? Расскажи правду. Даже если расскажу, она не поверит. И то верно. Кто в это поверит? Не переживай. Это ведь наша последняя ночь. Я больше не приду. Мы с ней больше не увидимся. Я тоже так подумал. Я спать. Спокойной ночи. Ты спишь? Сплю. Тебе не кажется, что здесь жарковато? Душно? Нет. Хочу пойти подышать свежим воздухом. Хочешь со мной? Не хочу. Скорее. Тетушка Гу. Что ты делаешь? Идем. Лжец! Он ничего не говорит. Может, он
Специально решил выйти? Ты сегодня поздно вернулся домой. Был на репетиции. Мне нужно играть через 2 дня. Где проходит репетиция? Я могу посмотреть? Нет. Больно-то и хотелось. Лучше пиши свой роман. Помимо книг, я еще и стихи пишу. Как ты сочиняешь музыку, я пишу тексты. Мы же соседи. Будет удобно иногда встречаться. Тебе действительно удобно со мной встречаться? Да. Я боялась этого дня. Нас друг с другом ничего не связывает. Да. Я хочу видеться с тобой каждый день. Холодно. Давай вернемся. Если не сможешь уснуть, дай мне знать. У меня все равно полно свободного времени. Не нужно. Мы договорились лишь на 2 недели. Я не стану нарушать свое слово. Но разве я смогла погасить свой долг? Я побуду с тобой еще несколько дней. Иди уже быстрее. Завтра ты станешь свободной. Ты сейчас серьезно? Я терпеть не могу быть в долгу у других. Точно не передумаешь? Ленге, а вот и ты. Где этот человек? Наверху. Ты был там? Я думал, ты что-то поздно. Она уже ушла. Ушла? Не может быть. Тетушка Гу была внизу. Чего это? Один на страже, другой атакует? Когда у меня появится девушка, я не хочу, чтобы она терпела такие нападки. Ты о чем? Так, значит, она не твоя девушка? Я не мог уснуть, обдумывая эту проблему. Вернулся назад в 7 часов утра. Как только сошел с самолета, сразу же приехал сюда. Сесон, тебе плевать на все. Но ты должен понимать... Многие хотят с тобой сблизиться, имея скрытые мотивы. А вдруг ты доверишься кому-то, а он окажется плохим человеком? Не только твой титул гениального пианиста, но и Академия Ситян, а также компания дяди Хэн Гуан тоже пострадает. Поэтому моя девушка не может нравиться мне одному. Она должна пройти проверку. Преподавателей и студентов Ситяна, а также сотрудников Хэн Гуан. Я не это имел в виду. Я боюсь, что это нарушительница спокойствия. Она не такая. Кто она? Мне нельзя знать? Ты читал ее книги всю ночь. Она продолжает писать. Сон... Сон Мидо? Я же говорил тебе, она прилипала, которая создаст тебе проблемы. А ты меня не послушал. Она пишет романы о тебе, используя свое больное воображение, а потом она это опубликует. Что если опубликует? Ты должен послушать меня. Расстанься с ней немедленно. Понял? Теперь понятно, почему ты забрал ее записную книжку. Все потому, что благодаря ей я могу уснуть. Что? Если она ложится спать рядом со мной, я могу уснуть. С другими это не работает. Поэтому я заключил с ней сделку. Она приходила ко мне каждую ночь в одно и то же время, согласилась на полмесяца из-за записной книжки. Ну что? Не веришь мне? Тогда... что случится потом? Ничего. Кажется, сейчас я уже в порядке. И неважно, здесь она или нет. Я понимаю. Она стала твоим снотворным. Я бы сказал, такие люди, как ты, ни за что бы не влюбились в такую, как она. Это ведь наша последняя ночь. Я больше не приду. Мы с ней больше не увидимся. Да.
Я тоже так подумал. Как ты здесь оказалась? Извините, я кое-что забыла. Ты же сказал, что она ушла. Я здесь в последний раз, чтобы забрать свою вещь. Я забираю свою записную книжку и больше никогда сюда не вернусь. Я знаю, вы знаменитости, красивые, при деньгах, не такие, как все. Но у меня тоже есть совесть. Хоть я и разбила твой драгоценный стакан, я вылечила твою бессонницу. Теперь мы квиты. Простите, я вам солгала. Меня зовут Сунмидо. Мы с Сесоном. Даже не друзья. Между нами ничего нет. Сунмидо? Это ты написала тот смущающий любовный роман? Лю-Ию. Что? Почему ни о чем не спрашиваешь? Ждал, когда ты успокоишься и сама мне все расскажешь. В этот раз не расскажу. Поэтому притворись, что ничего не видел. Как это так? Кто тебя обидел? Как он посмел так поступить с близким мне человеком? Я отключу ему не башку. Не надо. Никто меня не обижал. Тогда чего ты плачешь? Почему не спала в своей комнате и так рано вышла на улицу? Одета в спортивный костюм. Что это у тебя в руках? С кем ты встречалась? Куда ходила? На утреннюю пробежку вышла. Утренняя пробежка? Что за бред? У тебя что, начались месячные? Да. Все болит. Так зачем ты тогда пошла на пробежку? Тебе нужен покой в этот период. А вдруг тебе станет хуже? Что мне тогда делать? Лю-Ию. Хочешь, принесу тебе напиток из Адзуки? Это я виноват. Не нужно было мне столько пить вчера. Надо было следить за тобой. Ты бы никуда не ушла и не натворила глупостей. Быстрая доставка. Попросила соседей получить посылку вместо меня. Я оставлю свой адрес. В нашем доме всегда есть посыльный. Лю-Ию, ты такой добрый. Ты всегда на моей стороне. Иногда мне кажется, что я такая плохая. Недостойна быть твоим другом. Эти дни влияют и на твою мозговую деятельность. Мы дружим не день и не два, а больше 10 лет.
Уже поздно жалеть. Ладно, ладно. В дружбе не надо думать о том, подходит кто-то другому или нет. И вообще, в мире столько людей. Но нам нравилось играть вместе. Задумывались ли мы о совместимости? Слушай, я, Лю и Ю, не со всеми такой добрый. Просто ты этого заслуживаешь. Поэтому не смей больше говорить такие глупости. Поняла? Это так странно. Мы вместе росли и знаем друг друга с пеленок. Мы столько пережили вместе. И это не сравнится с твоими отношениями, Сяоми. Гляньте-ка. Ну вот опять. Вот не стоило мне заводить разговор про Сяоми. Думаю, женщины довольно странные. В такие моменты мне кажется, будто я злодей какой-то. Не стоило упоминать об этом. Мидо. 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 Чем планируешь заняться? Мне нужно в академию. Ты точно справишься одна? Ну ладно. Это ваши женские разборки, мне не стоит влезать. Но помни, в настоящей дружбе одними извинениями проблему решить нельзя. Удачи! Еще раз. Раз, два, раз, два. Повторяем. Раз, два, раз, два. Извините, скажите, а где танцевальное отделение? Прямо и налево. Спасибо, пожалуйста. Извините, а вы случайно не знаете, где Сяоми? Не знаем. Либо в танцклассе, либо дрыхнет в общаге. Ей больше некуда податься, кроме этих двух мест. Слышала, она рассталась с парнем. Опять? Слышала, ее снова бросили. Неудивительно. Ее три раза отшивали за один семестр. Она, должно быть, привыкла. Ходят слухи, что она ударила его и его девушку. Устроила такую сцену, правда? И не стыдно ей? О ком вы говорите? Напугала меня. А ты случайно Сун Мидо? Запомните. Сун Мидо? Что ты делаешь в нашей академии? А ты будто не знаешь. Она хочет увидеться с нашим Сисоном. В прошлый раз ее наказали. А она бесстыжая снова заявилась. Они, оказывается, с Сяоми лучшие подруги. Одного поля ягоды. Следи за своим языком. А что не так? Что хотим, то и говорим. Да вы просто завидуете. Виноград достать не можете, вот и говорите, что он кислый. Что ты сейчас сказала? Я говорю, что хочу. Поэтому вы все правильно услышали. Да что с ней такое? Надо к охране ее отвезти. Руки прочь! Не трогайте меня! Какие-то проблемы? Не трогайте меня! Отстаньте! Не трогайте! Вы же просто завидуете! Тебя нужно проучить! Иди отсюда! Отвяньте от меня! Вали! Уходи! Ты что делаешь? Кто ты такая? На драку нарываешься? Она меня ударила. Думаешь, я не ударю женщину? Быстро извиняйся. Они первые начали грубить, накинулись на меня. Почему я должна извиняться? Ну все, ты сама напросилась, малявка. Что здесь происходит? Учитель Си, она первая начала. Неправда. Ты же Сяфэй из танцевального факультета? Да. Каждый раз оказываешься в списке прогульщиков, заваливаешь экзамены. Хочешь добавить к своему списку драку? Похоже, ты больше не хочешь здесь учиться. Нет, это не так. Это она нарывается. И мы вообще-то студенты этой академии. Почему? Вы защищаете чужачку. Я не могу контролировать посторонних, но вы студенты Ситяня. Вас наказать я могу. Не уходите? Вам не нужно на занятия? Пойдемте. Пойдем. Пошли уже. Разве я не говорил, чтобы ты больше не приходила? Зачем пришла? Искала Сяоми.
Не смогла с ней связаться, поэтому пришла сюда. Спасибо. Обещаю, это в последний раз. Больше не приду. Thank you.